Привет, друзья! Приветствую я вас на своем канале. Всех с наступившим уже Новым годом, чтобы год быка принес вам счастье, удачи, любви, ну а главное здоровье. Без здоровья никуда. Здоровья не будешь, и за деньги его никакого не купишь. Ну вот, собственно говоря, наша елка. Она у нас вся в гирляндах. Была в игрушках пластмассовых, но дети поснимали. Она где-то метр, наверное, ну 40. Ну вот, и они повесили гирлянды, сказали, что так лучше. Наша сказала, хорошо. Лучше так лучше. Ну, не знаю, видите, я сама как-то отношусь к пластмассовым, да, игрушкам спокойно. Почему? Потому они красивые сейчас, современные. Но пластмасса, она есть, пластмасса. Мне больше нравится стекло. Особенно, если у кого сохранились вот те старинные игрушки, да, еще игрушки нашего детства стеклянные. У меня вот те еще даже сохранились. Ну, вот, хотя я сейчас их и подкупаю. Да, еще чтобы были, потому что некоторые бьются от старости, некоторые краска стирается по-разному. Сзади стоит стол, но сегодня у нас Левочка оттуда слетел. Левочка у нас оттуда слетел сегодня. Видите, хоть сейчас ее выпрямила хотя бы чуть-чуть, да, верхушку не было, потому что она залезает на стол и на эту елку прыгает и летит с этой елкой вместе, короче говоря. Сегодня так слетел, что у меня старшая сидела, Оливика говорит, господи, слава богу, живой. Ну, он, конечно, заплакал это, да, что, представляете, да, при всех взрослых. Я говорю, господи, я говорю, летун тоже мне называется. Ну, вот это как у меня был подписчик, который сказал, когда началась эта пандемия, написал, что, ну, а что, говорит, вы переживаете, что там дети ковидом болеют, взрослые болеют, у вас же их трое. Так что, видите, слава богу, живой. Вот, собрали детьми, сейчас пойдем погуляем. Съездим на Христовский остров, посмотрим, что там, да, прогуляемся, ну и потом вечером уже домой. В общем, короче говоря, я не знаю, как у вас получится Новый год, а мне Новый год и мое день рождения сделал директор и муж мой. Я объясню, почему. Как вы это так это видите, у нас снег, у нас хорошо тепло на улице. Красота, невидимая сила. Ну, а сейчас расскажу, вернее, как, перед новогодней ночью, я всегда, в принципе, ее всегда поздравляла, своего директора, хотя, да, давно в декрете нахожусь, но всегда ее поздравляю, и она меня поздравляет, поддерживает, я имею в виду, да, финансово, на все праздники детей, на мой праздник, я ничего не могу сказать. Наверное, редко когда, да, столько находишься в декрете, и твоего подчиненного, ну, своего подчиненного так можно поддерживать. Ну, у меня с директором очень хорошие отношения. Да, я могу сказать, что, наверное, это моя вторая мама. Причем, вы знаете, как с вами одна друга писала, и я говорю, что, ты знаешь, я говорю, я очень люблю. Я не националистка, не подумайте, но я люблю эту нацию, хохлов я очень люблю, и евреев. Потому что у меня все директора были хохлы и евреи. Ну вот, и вы знаете, наверное, в жизни я никто не может научить, как они. Ну и вот уже сколько нахожусь, да, в декрете. Мы старше 7 лет. Из декрета в декрет приходя, мы поддерживаем, да, не выходя, я на работу не выходила. Я только единственное, что с Оливиком работала до самого последнего, до 8 месяцев. Это да. Я работала, и для меня работа была важна, да, и главное моя в жизни, с одной стороны. Да, я болела ей. И, ну, наверное, этот директор ценил, да. И когда я ушла в декрет, мне даже было немножко печально, что была, знаете, Танечка, и, ну, реализовалась в жизни, как бы, профессионально, я считаю, что я реализовалась, да. И когда я ушла в декрет, мне было, я как-то ехала в машине, уже на последний, наверное, может, в роддом, и мама говорит, что ты грустишь? Я говорю, слушай, я говорю, ты знаешь, я говорю, я была на работе Танечка, да, и всегда относились хорошо ко мне все. Она вот, я имею в виду клиента. И когда уже надо было в декрет уходить, конечно, печально уже было, знаете, уже другой статус был, уже мамочка.
переехали метро Крестовский остров. Впереди парк, ЦПКО, аттракционы. Ну вот не знаю, они работали, нет. Ну, пойдем просто прогуляемся. Все аттракционы закрыты. Мы приехали. Ну, народу много. Не могу сказать, что очень-очень мало. Возвращаясь к моему, да, разговору с вами о том, что сделала мой директор Новый год. Получилось как? 31-го, ну, я думаю, не буду звонить, я что-то там, да, домашних заботах своих замоталась. Думаю, ну, отправила открытку по WhatsApp, и все. И на этом как бы все закончилось. И она мне в ответ отправила эту открытку по WhatsApp. Ну, и мы не списались, ничего. Ну, думаю, ладно, пробьет куранты, позвоню. Ну, обычно мы созваниваемся с ней. Ну, а что-то время на веселье ушло у нас. Ну и получилось так, что только в 3 часа ночи стала ей звонить. Думаю, ну, она обычно от детей уходит в 3:30. Ну, как бы, да, знаете, ну, каждый, как бы, подчинен знает о своем директоре, если очень близко. Думаю, домой, думаю, ну, наверное, домой идет, не слышит. Один раз позвонила, второй раз позвонила, третий раз позвонила. Нет, как вчера. Думаю, ну, странно. Думаю, ну, ладно. Ну, ветер подходит к утру уже, к утру подходит ветер. И в 5 часов утра, пока убрала туда-сюда, все уже легли спать, звоню, опять никто не поднимает трубку. Я уже и на WhatsApp пишу, Люминка. Я говорю, а у вас, ну, все хорошо? Ну, мало ли, думаю, потому что они просто в начале декабря заболели коронавирусом с мужем. И думаю, мало ли, ну, как бы, знаете, осложнения, может, какие-то пошли, а я не знаю тут. И что-то, не знаю, телефон поменяла. И телефон немецкий у меня, ну, пропал. Думаю, ну, мало, и, ну, отправляю подарок ей. Ну, все, легла спать, встаю утром 1 числа. Вдруг она мне звонит и говорит: Тань, ты, говорит, что, говорит, он, говорит, меня телефон, ну, сел и подвел меня. Он, говорит, ты что, говорит, мне прислала подарок, ну, как бы, типа, да, этот, и это подарок прислал. Он, говорит, ты что, говорит, подарок прислала мне на венок, ну, уже, ну, со свечками. Я, ну, да, елки-палки, говорю, да, я, говорю, Людмила, я, говорит, а я, говорит, мужу своему говорю, что это. Танька-то, наверное, уже последний путь нас проводила. Ну, вот первое, что мне это сделал. Вот так Новый год повеселил, называется, директор. Ну, а вторая ситуация, это было 1 января. Ну, там вообще не знаю, что вы скажете, веселиться или не веселиться. Хочешь, давай. Посмотрите, сколько стоит. Там пострелять вас захотели. Ну, 200 рублей. Ой, а что-то у меня ничего не фиксируется, а у вас тут 200 рублей. Какая у нас американская горка. Хотя, вы знаете, честно говоря, здесь, да, в городе живем, но мне что-то вот нет желания прокатиться. Не знаю. Я, наверное, не экстремалка. Так опасно мне, потому что были случаи, когда доходили до смертельного. Смертей, короче, да. То ребенок, то еще кто-то. И как-то я, ну, вот к этим аттракционам я отношусь очень с опаской. Веселиться или не веселиться, или пора уже задуматься, я уже, честно говоря, не знаю. В общем, короче говоря, поздравляет меня муж с детьми конвертом. И там вложена открытка. Ну, там добрые слова, ля-ля-ля-ля-ля, я тебя люблю. Я тебя там, это, да, до старости и в радости, короче говоря, да, ты самая лучшая. Ну и ПС. Только иногда, когда ты на меня ворчишь, ругаешься и кричишь, ты меня пугаешь. Ой. Знаешь, уважаемые, уважаемые женщины, подумайте, не делайте ли так же, как и я. Или вы более степенные и уравновешенные. А мужчины, подумайте, какие вам замечательные попались жены, что не так не попалась такая, как я, которая бы вас запугивала. Я не могу. Но он, которая бы вас бесконечно запугивала. Представляете, сейчас что-то стала говорить и думаю, елки-палки. Вот так, наверное, кто посмотрит, да, и скажет, блин, наверное, девчонка просто тиран. Ну вот, наверное, да. Вот знаете, я, например, прожила
с мужем не мало лет. Я замуж вышла с юридической скамьи. Но, видимо, пришло. Мне интересно, вот даже просто, неужели вот мужчины все любят покладистых жен? Молчаливых, покладистых, всем довольным, безумно довольным. А вот мы приехали в рай, в город Санкт-Петербург. Это под небом. Магазины, брендовые магазины. Fendi, Gucci, Chanel, Dior, Cacharel. Аутлеты это. Люблю сюда приезжать. Напоминает маленькую Европу. Все сделано здесь как под Европу. Такой стиль. Ну, также обувные магазины. Не только из одежды, детские магазины. Мне кажется, все блогеры Петербурга снимают. Снимают, когда приезжают сюда. Да, называют. Маленькой Европой. Очень красиво. Очень. Когда в огнях. Еще есть такой же аутлет на Таллинском шоссе, но там под закрытым. Самый первый блок, мне кажется, с него начинала тогда. Ну, Диор, Бугатти. Ну, у тебя еще будет открывать Бугатти. Спортивные магазины. Потом, что еще здесь? Майкл Корс. Да, их не видно пока. Ну, на бане. А вот лет тоже. Ничего так клевого. Ну вот, хотел себе обувь купить. Что-то прошла. То размера нету, то что-то не нравится, не знаю. Еще завтра я хочу съездить на Таллинскую еще посмотреть. Ну, а вот лет такой же. Говорят, что там есть размеры. Посмотрю. Все-таки дела. В общем, возвращаемся домой. Эмоции у меня на целый год. Попытаюсь на мужа своего не кричать, не ругаться, чтобы он меня не пугался. Так бывает.